motherfucker. Welcome to the order. Добро пожаловать в орден. I was expecting. Вот я точно не ждал. That's the idea. В этом весь смысл. The demons are amongst us, демоны среди нас, Данте. Они They порабощают человечество. The world is asleep, мир спит без помощи и промытыми мозгами. We're fighting back. Мы наносим ответный удар. We are a small handful of freedom. Мы маленькая группа борцов за свободу. Мы последняя и единственная линия обороны. Defense. Линия обороны? У вас нет ни шансов. Мы не пускаем ничего на самотек. Мы собираем обширные знания о демонах и о их приспешниках. Политики, банкиры, поп-звезды. Мы можем нанести удар в их самые слабые места. Потрясно. Данте. Данте. It really is you. Это в самом деле ты? You don't remember me. Ты меня не помнишь? No. Нет? How much of your childhood? Что ты помнишь из своего детства? Not much. Немного. В 7 лет я болел менингитом и прочее. Мне сказали, что я попал в автокатастрофу и заработал амнезию. Тоже в 7 лет. К чему ты клонишь? Менингит — людская болезнь, а ты не человек, Данте. Все войны, выигравшие обманом, и тебя тоже обманули. Твое прошлое скрыли от тебя не просто так. Напомни, кто ты вообще такой? Меня зовут Вирджил. Я основал орден, чтобы найти способ разобраться с демонами. В смысле, помимо мечей и пуль, таким оружием можно выиграть битву, но не войну. Да, мы используем силу, но еще мы используем интеллект, политику и пропаганду. И ты веришь, что им можно нанести... Make a dent. Нанести удар? Если мы оба будем работать, я верю, что мы сможем одолеть их. Так вот, в чем дело. Я вам нужен для того, чтобы сражаться с демонами, помочь спасти мир? А на что еще ты планировал сюда? Ну, вы вроде ребят неплохие, но я одиночка, проблемы с доверием, поэтому работаю один, такие вот дела. Да, ты не думаешь, что ты понимаешь, что... Если хочешь уйти, уходи. Я не в силах тебя остановить. Но ты сделаешь большую ошибку. Не только для себя, но и для всего человечества. Для всего человечества? Да! С чего ты взял, что мне вообще интересно это дерьмо? Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Показать мне что? То, что есть на самом деле и кто ты такой. What's up, ребятки? С вами канал Олигем, Let's Play Rock, прохождение Devil May Cry. Продолжаем. Итак, мы попали в орден, посмотрим, а что это за орден такой и что нас здесь ждет. Мы приехали на какую-то фазенду, будем так это называть, в которой, походу, таятся какие-то секреты. Таятся. This was your home. Это был твой дом. I don't remember it. Я не помню. You will. Вспомнишь. Cat, Кэт, открывай проход. Ну как у них все продумано-то? Что ты делаешь? Наш мир и Лимб расположены очень близко. Их столкновение образует, как мы их называем, разломы. Именно в разломах мы можем создавать переходы внутрь и из Лимба. Пахнет не очень. Что в баллончике? Смесь, которую я создала на основе старого ватиканского рецепта. Морская соль, акулий жир, железная стружка, засохшая сперма белки, волчья шерсть. Что?
Иди, этот дом содержит тайны. Свои я нашел, теперь твоя очередь. Как мне вернуться? Мы позаботимся об этом. Просто будь осторожен, там может быть трудно. Я люблю трудности. Это и вправду сработает? Ему, похоже, все равно. Он неопытный. Ты тоже была такой, когда я нашел тебя. Итак, Лимба. Мило. Я бы даже сказал, очень мило. Что ж, время охренительных приключений. И мы начинаем. О, я услышал какую-то куколку. За этой дверью есть что-то, что нас может заинтересовать. Надо пройти во все ответвления, дабы ничего не пропустить. Один момент. Где-то здесь что-то пиликает, но пока нам это недоступно. Возможно, дальше что-то появится. Большой зал. Вау. Значит, это мой дом? Ну, покажи мне свои тайны. Так, что у нас здесь есть? Проход на второй этаж. Души. Еще один душ. Прежде чем мы отправимся на второй этаж, предлагаю проведать и исследовать первый, но... Ага, я понял. Вот как это работает. Здесь ничего. А здесь даже очень чего. Нет, туда нам еще пока рано. Здесь есть какой-то уступ. Но, возможно, для этого нужен какой-то предмет. И пока этого предмета у нас нет, туда пройти мы не можем. Давайте сходим сначала по этому верхнему этажу направо, а тут есть еще проход налево. Но сначала мы найдем ключик. Видимо, это он пищал. Долой паучков. Найден новый предмет. Медный ключ. Такие ключи позволяют Данте открывать медную дверь. Отлично. Больше здесь ничего нет. Есть сюда проход. Опашечки. Чуть не упали. Дальше продолжаем двигаться по кругу. Что-то еще за этой дверью. А может быть, за стеной. Так, там проход и здесь проход. Давайте зайдем сюда. Здесь есть у нас улучшение. Улучшение, предметы. Давайте посмотрим, что за предметы. Малая звезда жизни. Улучшение. Так, способности. А что за способности? Двойной прыжок, уклонение, неизвестно пока ничего. Мятежник, давайте. Рубка уровень 2. Смертельный вихрь. Ну, такое себе. Неизвестный полет. А это что, комбо из множества ударов позволяет жонглировать летающими врагами? Уровень 2 наносит больше урона. Ага, рулетка. Два раза удар и один раз удар. Драйв. Что за драйв? О, какой интересный. Выпускает мощную ударную волну. Жало. Вот это другое дело. В направлении и одновременно... Жало уровень 2. Невозможно. Но все же, это лучше, чем ничего. Так, туда мы пока не пойдем. Что-то здесь шумит. Не могу понять, что именно и где. Где-то прям очень рядышком. Давайте зайдем сначала в это ответвление. Там у нас какой-то проход дальше.
Хотя здесь тоже есть проход. Здесь тупичок. Значит, нам правильно. Надо идти в ту сторону. Верное движение. Делают продвижение. Странно. Подождите, а как так получилось? А, все, я понял. Возвращаемся обратно. И вниз по лестнице. А домик-то большой. Но для такого прыгуна-демона... Неудивительно. Так, есть прыжок сюда, но там заперто какими-то синими линиями. Пройдем сюда. Что это такое? Какая-то картина? Я помню это место. Вот так. О. А здесь было прекраснее, чем на самом деле. Who the hell are you? А ты кто такой еще? Спарта. Спарта? Спарта. Сын Спарты. My dad. Мой отец? Вау! Ну, здравствуйте, незваные гости. Как там было? Вот так вот? Ух ты. А ты что за чертовщина? Dead Knight? Мертвый рыцарь? Лица смерти? You're up next. Ты на очереди. Вау! Да ты кто такой вообще такой? Как тебя одолеть? А вот и заруба пошла. Недолго ты держался. What are you trying to show me? Что ты пытаешься мне показать? Какой-то проход. Но он закрыт. А как мне пройти туда? Может, мне надо по... Точно, смотрите. Картинка. Вау! Hell yeah! Да черт возьми! Разблокировано новое оружие, Орбитер. Удерживайте кнопку E или F, чтобы атаковать с помощью Орбитера. Ну окей. Ни хера себе. That's so tough now. Охереть. Просто ноги. Ух ты. А ты куда лезешь, пацан? Вот так, сусики. Офигеть, прям забористая штука. А удар сверху не предусмотрен, я смотрю, да? О, нет, предусмотрен. Прямо лютая вещь. Мне понравилось. Who's there? Кто здесь? Whoa! Whoa!
что за приколы? Подожди. Детские крики? Вау, куда я упал? Зачем я упал? Ух ты. А как мне достать? Так, да это достал? Куда это достал? Отлично. До всех достал. Что-то мне подсказывает. Что это? Ага, вот, я понял. Нет, не понял. Погоди. Сейчас пойму. Нет. Может быть, поближе? Да что это такое? Нет, не работает. Хорошо. Идем дальше. А я смотрю, туннель у нас все расширялся и расширялся. Теперь мне, походу, сюда. Вау! Быстро же ориентировались. Вот так вот, мадафака. Лежать тогда я стою. Ох, как красиво. Да-да, Данте. Ладно, не догонишь. Данте? Данте? Я правильно слышал? Did I hear that right? Крушите ярко светящиеся трещины с помощью арбитра. Вау. Я так и знал, что ты где-то рядом. А вот и дети. Ух ты! Да, вот целая компания. Хорошо, допустим. Я понял, надо перегруппировать свои эмоции. И напасть с другого ракурса. Вот так вот. Впечатляющее убийство. That was me. Это я. I remember this. Я помню это. Кто это? This was your home. Это был твой дом. I don't remember it. Я не помню. I don't remember it. Что это? Как прекрасен и чудесен этот мир. Сколько вопросов. Где я? Согласен.
Где мы? Это мой сон? Время узнать. И как здесь быть? О-хо-хо-хо, о, какие преобразования. Разблокирована новая способность. Адский крюк. Выбрасывая крюк, вы можете захватывать врагов или предметы и притягиваться к ним. Отлично. Для того, чтобы земля и воздух. Зажать Е и правая кнопка мыши. Отлично. Oh, yeah. О, да. Правильно было бы сказать «Hell yeah!» Но это уже так от себя. Опаньки-жопаньки. Чуть не упал. Это прикольно было. А что здесь? А ну-ка, иди сюда. Это просто фантастическое зрелище. Ох ты! Нажмите, чтобы притянуть врагов с помощью адского крюка. О, так гораздо прикольнее. Ох ты! Подожди. Так сразу не уследишь. Кнопочек столько, а так вообще море. Но мне нравится. What now? И что теперь? Кто это? Подожди, что это было? Тогда бы дай мне шанс показать тебе. Как много вопросов. Как мало ответов. Okay. So what else? Ладно, что еще ты хочешь показать? И куда теперь? Можем открыть эту дверь? Да. Нет, туда пока еще рано. Я думаю, раз мы открыли эту дверь, нужно в нее войти. Иметь набор высоты. Что? Набор высоты. Убейте всех врагов за отведенное время. Нажмите Backspace. Заработали какой-то кристаллик. Ачивка выполнена. Найден новый предмет. Фрагмент креста здоровья. Соберите 4 фрагмента креста здоровья, чтобы получить целый крест. Отлично. Это...
будет не радовать. Так, отлично, хорошо, здесь мы побывали, теперь нам нужно сюда, коль здесь у нас был камешек. Ух ты, как отлаженно работает эта система. Я так полагаю, надо поработать топором. Спарда! Они здесь! Они нашли нас! Нам нужно уходить сейчас же, скорее! Давай быстрее, что здесь происходит? Кто ты? Куда ты бежишь? Шилдер Баттас. Нет, не может быть. Как они нас нашли? Подожди. Этот голос мне знаком. Так, использовать улучшение. Посмотрим. Мятежник, Арбитес. Правосудие. Удар Троицы. Ух ты. Трожь уровень 2. Падение уровень 2. О, вот это да. Вот это да. Прилив. Зажмите Е в направлении... Нет, наверное, удар Троицы. Но у нас уже нет очков. Ну и на этом спасибо. Там за стеной кто-то кричит. Что у нас здесь? Is that... Это мама. Мам? Вот откуда у меня этот кулон. Я люблю тебя, Данте. Спасибо за совет. Я так полагаю, меня ждет подарок от мамы. Коса смерти? Разблокировано новое оружие. Осирис. Английская коса, которая будет чрезвычайно полезной против больших врагов. Какая классная вещь, а? Эйс, к черту. Ты иди за ней, вон туда. Запри двери, ну же. Я так полагаю, синие двери можно разблокировать Осирисом.
Get away from me! Get away from me! Да, смотри, сработало. Открытые души. Что ж вы мне не даете спокойно дойти? Вечно какие-то приключения. Так, я уже путаюсь в кнопках. Столько много. Нет, опять не та кнопка. Надо запомнить. Левая, правая, правая, левая. Удар. Ты, она может так? Cool. Офигеть, круто, согласен, тебе тоже понравилось? А как быть здесь? А я, интересно, допрыгну? Вряд ли я допрыгну, да? Нет, смотри-ка, не допрыгну. Только не говорите мне, что я заперт в этой яме. Да, мне туда не запрыгнуть, жалко. Ладно, продолжим движение. Будем собирать души. Роза. Откуда ты знаешь? О, снова это прекрасное место. Я так полагаю, нас ждут испытания с косой. Что же в этой статуе такого, что ее так тщетно охраняют и держат здесь, в заперти? Это что-то великолепное. Ангельский хлыст. Выбрасывая хлыст, вы можете захватывать врагов или предметы и притягиваться к ним. И активация Q и правая кнопка. Все больше и больше кнопок. Хватило бы пальцев. Опа. Найс. Круто. Ха-ха. Сам не ожидал. Ой, чуть не упал. Ой, немножко не туда. А вот теперь по назначению. Да, сдохни ты.
Моя сила растет с каждым разом. Вовремя. Я сообразил вовремя. А мог бы упасть. Что я выпустил на волю, интересно мне знать. Ну ты помнишь еще его детство? Совет для продвинутых игроков. Парирование винтом. Атака пропеллера разбилиса. Особенно полезна для парирования летящих зарядов. Из-за огнестрельного оружия и отбивания их обратного врага. Давай попробуем. О, работает! А кто еще? Прости, чуть не забыл про тебя. Что это? Я помню. Я помню свою мать. Ее звали Ева. Она дала мне это. И еще у меня был брат. Мы были семьей. Я не знал, в какой опасности мы были. Демоны нашли нас. Demons found us. And they broke in. Я увидел его. I saw him. Когда они вломились. She gave her life so that we Она дала свою жизнь, чтобы мы смогли сбежать. Я никогда не забуду, что он сделал с ней. Наш отец Спарда увез нас с братом оттуда. Он разделил нас, скрыл среди людей, стер нашу память, чтобы защитить нас. Поэтому я почти ничего не помню. До сегодняшнего дня. Вот оно что. Надо убираться отсюда. Постараемся. Keep going.
You're my brother. Ты мой брат. You're twin brother. Мы близнецы. Я давно тебя искал. I've been looking for you for a long time now. Our mother gave these to us. Наша мать дала нам это. Думаю, она знала, что этот момент настанет, чтобы мы нашли друг друга. And our father, а наш отец, Спарда, banished forever. Навеки изгнан. Говорят, эта судьба хуже смерти, он никогда не вернется. Я хочу знать больше. Откуда мы появились? Что с нами произошло? И кроме того, я хочу знать, кто во всем виноват. Что ж, ребятки, вот такая интересная сегодня история нас ждала. А с вами был канал Олигейм, Let's Play Rock. У нас на этом заканчивается прохождение этой замечательной игры. Не забываем поставить свои пальчики под этим видео, подписаться, кто еще не подписан, и пройти в раздел видео. Там есть много игр, которые мы уже прошли. Я с вами прощаюсь, увидимся, пока.